Добрый день, друзья! Сегодня с вами канал Кулинарная Гармония и Михаил. И сегодня мы вместе с вами приготовим очень вкусную фруктовую пиццу. Нам для этого понадобится мука, кефир, бананы, курага, грецкий орех, ананасы, сливочное масло, сгущенка, растительное масло, соль. А также нам понадобится для карамели сахар, молоко, сливочное масло. И готовую пиццу мы также польем еще сгущенкой. Ну что, приступим? Просеиваем муку. Ребят, муку просеиваем всегда. У нас насытится кислородом. Наше тесто будет очень хорошим. Отлично. Чуть-чуть посолим. Кефир. Вот так вот. И растительное масло. Сразу добавим. Вот так. И будем замешивать тесто. Вот так вот. Сразу сюда сейчас высыпаю. Так вот, и на столе уже вот замешаю сразу. Вот, и вымешиваем тесточко. Вымешиваем, пока оно у нас не перестанет прилипать к рукам. Вот как раз у нас вся эта мука и уходит. Отлично. И больше нам уже не надо будет. Ну вот, видите, у нас тесто к рукам не прилипает, к столу не прилипает. Вот видите, отлично. Вот такое у нас получается тесто. Теперь вот положим в мисочку и поставим его постоять, отдохнуть. Теперь мы с вами займемся начинкой. Грецкий орех. Я его порежу. Вот так вот. Меленько. Ну, не прям совсем в пыль, ребят. Чтобы он у нас чувствовался, что он там есть. Вот. И грецкий орех наш я вот сюда вот в блюдечко обратно и переложим. Режем курагу. Курагу порежем вот так. На такие кубики небольшие. Как цукаты. Курагу я не замачивал, она мягенькая, хорошая. Вот наша курага готова. Порезали. Теперь мы режем бананы. Бананы порежем на кружочки. Ну, небольшие, где-то вот по пол сантиметра. Отлично, вот мы с бананами и справились. Переложим в тарелочку сюда. Все у нас полежат, подождут, отдохнут. С начинкой мы закончили, теперь мы займемся тестом, его раскаткой. Наше тесто. А, кстати, привет. Мягенькое, отлично. Чуть-чуть маслечка. Чисто раскатаем тесто и все здесь. Немного. Раскатываю я его в прямоугольную форму. Так у нас форма прямоугольная. Пицца у нас домашняя. И делаем ее в противне. Такая пицца очень хорошо подойдет на семью, на компанию. Делаем ее не круглую. Тоненькая, отличная.
Так, сейчас я уже переложу в противень. И здесь уже его разровняем нам как надо. Поразравниваем. О, красота. Делаем с бортиками, чтобы у нас не повытекало. Ну вот, ребята, и разровняли. Теперь добавлю сливочное масло. Как в обычной пицце, у нас здесь будет не кетчуп, не майонез, а будет сливочное масло со сгущенкой. Вот такая у нас будет интересная пицца. И чтобы она, главное, не сухая, я вот так вот здесь смажу сливочным маслом. И сверху сгущеночкой польем и размажем сгущеночку. Вот так размажу ложкой по краям сюда. Вот так вот. Теперь польем сгущеночку, размажем здесь. Вот такая у нас будет, такой вот соус сладкий у нас будет. Сгущенка со сливочным маслом. Отлично. Такая сладенькая фруктовая пицца. Выкладываем с вами начинку. Начну я с банана. Так его повыкладываем. Теперь вкладываем ананас. Ребята, ананас уже у нас резанный. Но я рекомендовал бы взять бы все-таки кольцами. Целее он все-таки лучше, он сочнее. И порезать его самим. Так, ребят, будет, я думаю, лучше. Но у нас уж так получилось, что у нас оказался ананас уже резанный. Теперь мы присыпем абрикоской. Так, постараемся распределить по всей поверхности. Послипалось немного. Разделяем. О, как красивая пицца получается. Сладенькая, вкусненькая. Отличный десерт. И теперь мы посыпем грецким орехом. Блин, это вообще класс. Грецкий орешек, с ним очень вкусно будет чувствоваться, даст вкус просто шикарный. А теперь мы ставим пиццу в предварительно разогретую духовку до 200 градусов на минут 15, может 20. Смотрите по своим духовкам, потому что все духовки работают по-разному. Пока наша пицца стоит в духовке, мы с вами приготовим карамель. Поставили сахар, и теперь у нас будет здесь плавиться. Его помешивать будем деревянной лопаткой. Смотрите, чтобы он у вас не сгорел. Его главное не передержать, иначе он будет горчить. Видите, плавится у нас. Отлично. Подогреем молоко. Оно у нас должно быть горячим. Ну, градусов, наверное, 80-90, но не до кипения. Уже почти растопился весь наш сахар. Вот, видите, вот у нас растопилось все, теперь снимаем. Сейчас он немного остынет, совсем чуть-чуть, ребят. И зальем молоко и добавим сливочное масло.
перемешиваем, ребят. Замечательно. И помешиваем, ребят. Помешиваем и помешиваем постоянно, чтобы у нас маточка хорошо наша смешалась. Вот, и теперь добавляем наше молоко. Отлично. И продолжаем помешивать. Так, ну вот наша карамель, ребят, и готова. Ну вот время подошло, вытаскиваем нашу пиццу. Теперь польем нашу пиццу карамелью. Вот так. Просто класс. Ну, карамель как бы дело такое, вот, на любителя. И теперь еще сверху польем сгущеночкой. Вот так вот. Пицца для сладкоежек. Вот отличный десерт. К чаю просто вообще прелесть. Ну что, давайте теперь попробуем же нашу пиццу. Какая у нас она сочная, аппетитная, выглядит так. О, прелесть. Тесто тоненькое. Вкусненькая пицца получилась, ребята. Карамель вот дает такой приятный вкус вот со сгущеночкой вместе. Просто супер. И орешек чувствуется. Отличная пицца, ребят. Рекомендую вам приготовить и попробовать. Просто к чаю то, что надо. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на наш инстаграм, ссылка будет внизу под видео. Приятного аппетита всем, пока-пока и удачи!